Приветствую вас, драгоценная церковь. Сегодня прекрасное утро, я хочу сказать вам слово на каждый день. Давайте прочитаем книгу Иакова, 4 глава, 9-10 стихи. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Знаете, очень важно, чтобы, когда мы живем с Господом, мы открывались Ему полностью, чтобы наше сердце, оно было полностью открыто, и чтобы мы были искренними с нашим Отцом, потому что Он взял все наши грехи на крест, грехи всего мира, и просто мы должны быть готовы открыться для Него и знать, что Он нам поможет в любой ситуации. Мы не должны бояться сокрушаться, мы не должны бояться просто вставать на колени и просить Господа помочь нам, или просто поблагодарить Его за все в нашей жизни. Когда мы искренне с Господом, Он тоже радуется, Он знает все о нас, но Ему хочется, чтобы мы открыли наши сердца для Него и рассказали все, всю нашу жизнь просто. Поэтому, драгоценные, я благословляю вас, чтобы каждый день вы начинали, и когда вы ложились спать, вы просто общались с Господом и открывали полностью Ему свое сердце. Маранафа, Господь грядет!